комплекс в Среногорске встречает сегодня спортсменов. А вот и спортсмены подтягиваются. Ус! Я в начале 9-го буду. Желаю вам успешных поступлений, проявите максимальную силу духа и победить сильнейших. Всем успехов! Спасибо тем, кто к нам приехал, поддержал наше открытое первенство города Среногорска в разделе комитет. Дорогие друзья, уважаемые тренера, судьи, родители, большое вам спасибо, что вы поддержите своих чад, своих ребят. Прекрасно понимаем и знаем, что от них зависит нас, наше будущее, будущее нашей страны. Вы все неизменно станете воинами нашей замечательной, могущественной страны России. Занимаясь этим замечательным видом спорта, вы формируете прежде всего характер. Настоящий русский характер, который позволяет свернуть горы, если на то будет необходимость. Спортсмены, тренируйтесь, уважайте своих родителей, слушайте тренировки, вы добьетесь высоких, больших, хороших результатов. Удачи вам, бескомпромиссных боев. Приезжайте к нам еще раз, а вы, наши среногорцы, будьте лучшими! Добрый день, уважаемые участники первенства, уважаемые зрители, уважаемая судейская коллегия. От среногорских металлургов и от всех работников компании «Русал» разрешите поздравить вас с началом, с открытием этого прекрасного турнира, пожелать всем участникам победы. Естественно, это спорт, это соревнование, победить сильнейший, но хотелось бы пожелать вам, ребят, всем хороших эмоций, достойных побед, достойных результатов. Каждый из вас в этом первенстве получит результат. Даже если он отрицательный, это результат. Не расстраивайтесь, занимайтесь дальше, и все у вас получится. Всех поздравляю с праздником. Всем большое спасибо за то, что вы любите физическую культуру и спорт. Хочу поблагодарить родителей за то, что они уделяют внимание своим детям. Это наше будущее. Всем удачи. Спасибо. Президенту Федерации Крепкого СНК Республики Хакасия Стельченко Юрию Александровичу.
уважаемые родители, гости турнира, разрешите мне на правах руководителя Федерации Хакасии поздравить спортсменов и Федерацию Саногорска с этим замечательным турниром. Заметно, саногорская организация Кикусинкай растет. Это видно не только на турнирах Хакасии, это видно на турнирах и Красноярского края, это видно и на Сибирском федеральном округе. И на следующих неделях к нам сюда, в Саногорск, Черногорск приезжает Шихан, пятый дан Шихан Классин Александр Васильевич, будет проводить здесь сборы. Желаю спортсменам хорошо выступить на соревнованиях, принять участие в Q-тестах. Ярких вам побед!